Парімач. Заряджений перемагати. Саме головне, виграли, це передає, да, якісь там сили, положительні емоції. По поводу игры, ну, конечно, мы ее еще разберем, но видно, что у нас не все получалось. Против нас действовала, считаю, неплохая команда, но не будем смотреть на игру той команды, нам надо улучшать свою игру. Были ошибки, чуть-чуть не выполняли те требования, которые просил тренер. Я считаю, с каждым днем, с каждой игрой прогрессируем, поэтому у нас есть 2 недели еще там. 3 игры у нас к 25 числу, мы будем готовы. Коллектив, новые ребята, все хорошо, как бы никаких проблем абсолютно. Как будто ребята уже давным-давно в команде. Это может в центре поля у нас чуть-чуть не все получалось, но, повторюсь, у нас есть время, мы наладим нашу игру еще. Добро организована команда, с которой есть играть в футбол. Все через пас, просто так м'яч не вб'ють. Задоволений, що зіграли, на мою думку, дисципліновано. Не пропустили жодного м'яча. І в захисті більш-менш, я думаю, був порядок. І в що першому, що в другому таймі. Через велике наше бажання, я думаю, повинні добре стартувати в чемпіонаті.